Дорогие друзья, всех приветствую на моем канале. С вами Сударев Евгений и Гармонь. Все как всегда. Последнее время я, к сожалению, не успеваю по определенным причинам попасть на разного рода мероприятия, поэтому, может, и видео мало. Но мне нравится, что появляются новые гармонисты. Кроме того, что они появляются и усиливают свою игру, они еще и приезжают на эти фестивали. Я этому очень рад. Их все больше и больше в интернете. Вообще, нас, гармонистов, должно быть, отмечу, очень много. Очень. В каждом подъезде должен быть по гармонисту. В каждой деревне по 5 гармонистов, не меньше. Так вот, по этому поводу, для того, чтобы это все популяризировать, и чтобы начинающим, любителям или профессионалам было интересно, внесем эффект состязания. Объявляю гармонные игры 2021. Гармонные игры – это будет такое состязание, состоящее из 5 этапов. Каждый этап, давайте сразу про правила. В начале каждого месяца, 1 числа, я буду публиковать видео. Вы должны это видео повторить. Ну, будут комментарии, то есть будет видео, как я его снял. Вы это видео повторяете, максимально похожее. Ну, только со своей музыкой, со своей песней и так далее. Ну, сразу скажу, что 1 числа каждого месяца, вот первый этап начнется, это будет месяц июль. 1 июля выйдет видео. После этого видео я расскажу, что я хочу видеть у вас. Ну, ничего не буду скрывать, первый этап будет самый простой. Нужно просто сыграть в каком-то общественном месте. Неважно, это подземный переход, это площадь, это, может быть, у подъезда. Ну, то есть на улице. Лес не принимается. Дремучий лес, но какая-то обжилая территория, то есть, может быть, остановка, все что угодно. Обязательно в начале видео надо сказать «Гармонные игры, июль». И месяц. То есть, соответственно, следующий этап — гармонные игры, август. Состязаемся мы вплоть до ноября. Ноябрь — последний месяц. В декабре подводим итоги. В общем, будут задачи. Эти задачи надо будет выполнить. Сейчас, одну минуту. Слав, я тебе перезвоню. А? Уже хочет участвовать? Ну, рано еще. Первый этап увидите, значит, второй этап у нас август, 1 августа выйдет видео, в котором я что-то буду делать, ваша задача будет повторить. Со своей музыкой, опять же, скажу. Будут сразу, предупреждаю, будут этапы, где нужно будет привлечь певцов, певуней, где вы просто должны будете играть. И будет этап, где нужно будет сочинить кое-что, ничего сложного. Ребят, все максимально просто, но в чем особенность этих игр? В том, что те люди, которые зашли, те гармонисты, которые зашли в первый этап, только они смогут пройти дальше. То есть, когда вы, кто-то, например, подумал, ну я в первый этап не успел, пойду во второй, работы не буду принимать. Только тот костяк, который образуется на первом простейшем этапе, он пойдет дальше. Ваша задача — дожить до самого финала. Когда, я, конечно, не знаю, сколько будет участников, продержаться все 5 этапов. Вот задача. Простая. Просто продержаться все 5 этапов, каждый месяц сделать это видео, которое вы будете мне присылать. Ребят, у меня каких-то требований к записи там звука, видео нету. Требование одно. Когда вы снимаете на телефон, вы должны снимать боком. Вы снимаете видео, говорите обязательно фразу «Гармонные игры, июль» или «Гармонные игры, сентябрь», снимаем боком. Вот это вот я принимать не буду, когда черные обрезки по краям, извините. Только боком. Про это рассказал. Дальше что будет? Дальше что? Что? Про этапы рассказал. Так, по поводу подведения итогов. Вот все, кто зашли в первый этап, и по какой-то причине кто-то не смог там справиться с каким-нибудь третьим этапом или по каким-то техническим причинам не смог участвовать дальше, вот весь костяк первого этапа будет голосовать, точнее, не будет голосовать, все участники, все гармонисты пришлют мне по 3 работы финальные. Вот ноябрьская, она тоже будет одна из самых главных, потому что оттуда я буду просить прислать 3 работы каждого гармониста. По итогам подведем подсчет, и будет определен победитель.
победитель гормонных игр 2021 получает вот эту любительскую гармонь в тональности Си. Это шестерка, делалась на заказ, ей порядка 30 лет, но она, в принципе, в прекрасном боевом состоянии. Внутри, если бы вы видели, наклепка, ну, одного из очень хороших мастеров, это, конечно, тут не Хорошилов, но очень близко к нему. Тут густые басы, и гармонист, который ее заказывал, самое интересное, она занижена. То есть октава, на которой мы привыкли играть, она вот тут. Внизу совсем такая резуха, даже может посостязаться с нижегородскими гармошками. Вот такой необычный инструмент. Я думаю, что это был прекрасный приз. Внутри будет все написано, что победитель, какой год. Я думаю, это... В общем, есть за что побороться, ребят. Просто так в тональности Си гармонь не купишь. А я рассказал уже. Голосованием гармонистов с первого этапа. Еще раз для тех, кто прослушал. Голосование будет... Не будет голосования, потому что любые голосования, которые вот уже проходили, или выбор победителя там посредством жюри, ну, все это относительно, я считаю, не совсем правильно. Просто мне, например, тяжело определять, вот ребята, ну, вот рядом трое ребят, вот как выбрать? Тут вот такая работа, там, человек привлек, например, там, дочку, а тут, например, классно спел. Вот равнозначные, и мне очень сложно. Да, значит, все, кто с первого этапа участвовали, еще раз скажу, самое главное – зайти в первый этап. Только так вы попадете в этот костяк, который будет двигаться как паровоз вплоть до Нового года. Значит, те, кто зашли, присылают в ноябре, ну, я запишу отдельное видео, присылаете на почту мне три варианта, первое, второе, третье место. Я это все соотношу, пересчитываю. И транслирую, все показываю, выявляем победителя, вручаем приз, гармонь. Надо сказать, что за второе место, просто чтобы ребята тоже продолжали бороться, за второе место будет вручен диктофон Zoom H1N. Хороший диктофон, который прекрасно записывает звуки гармонии. Это вам не телефон. За третье место приз будет, я оплачу программу Movavi. Это видеоредактор такой, он достаточно простой. Я надеюсь, что третье место тоже будет доволен. Можно будет начать работать в редакторе, как-то резать свои видео. Поиграю немножко на этой гармошке. Ну, она приятненькая, на ней играть, вот есть гармошки, начинаешь на ней играть и выигрываешься. Вот она одна из таких. Bye.
Тяжкое до утра, ну где же моя зазнобушка? Кто хочет выиграть в гармонные игры, вот придется с гармошкой до утра. Гуляла, гуляя дальше, ох, я ее одну люблю. Хорошая, ребята. Есть за что побороться. Ей-богу. Что? Еще раз повторю. Нет, ты покажешь. А, я уже говорил. Каждый месяц, 1 числа, я публикую на собственном, как говорится, на собственной шкуре делаю видео. В конце даю комментарии, ну, чтобы все было понятно. Прошу, еще раз там буду говорить, что нужно в видео обязательно, что там обязательно. Да? Нет, 1 числа я публикую видео, вы 1 числа смотрите его, слушаете определенные там правила и в течение месяца повторяете до следующего этапа. Пока не выйдет мое следующее видео, вы можете присылать работу. Знает, через Яндекс.Диск лучше присылать ссылку со своим видео без потери качества. Я вроде все рассказал. Я желаю гладиаторам гармонных игр удачи, смельчакам, жму ваши руки, драгоценные золотые пальцы. Ребят, не стесняйтесь, давайте действовать. Я жду буду ждать ваши работы. Еще раз отмечу, что включиться на втором, на третьем, на четвертом, на пятом этапе будет невозможно. Нужно зайти в костяк первого этапа. А тогда дальше вы уже сами решите, потянете вы или нет. Еще раз скажу, что не будет заданий прыгать с парашютом или какая-то там дичь, летать на паралете с гармонию. Нет, такого не будет. Будут достаточно простые видео, которые а. не испортят ваши гармонии, б. Ни в коем случае не будут, не дай бог, чтобы нанесли какой-то вред там вашему здоровью. Нет, задания будут очень простые,
и будут требовать от вас смелости, коммуникации и отсутствия лени. Вот и все. Вот все, что нужно будет сделать. Что еще хотелось сказать? Конечно, у нас сейчас, я-то планировал больше какие-то там выходы вот на площади там и так далее. Вот сам хотел на Красной площади снять, ну, наверное, так и сделаю. Но призывать сейчас к каким-то общественным скоплениям я не буду. Потому что у нас ситуация опять обостряется с этим коронавирусом. Ребят, девчат, ребята и девчата, обязательно используйте маски, антисептики, не трогайте лицо руками. Я вот пока снимал это видео, уже обмацал себя весь тут. Что делать категорически нельзя. Что еще? У нас эти гормонные игры специально попадают на несколько теплых месяцев. Это июль, август, сентябрь. Они будут связаны, это все будет уличная какая-то история, какая-то такая. Вот, а как раз уже октябрь и ноябрь, вот эти финальные вещи, они будут уже связаны с, скажем так, с какой-то закрытой территорией. Но опять же, все зависит от вас. Вот. Еще, ребят, если у вас есть какие-то идеи по поводу конкурсов, ну просто вот какие они будут, вы можете писать в комментариях. Может быть, я что-то даже из этого возьму на вооружение, потому что у меня как минимум 2 месяца, они, точнее 2 этапа, они пока свободны. Ну что ж, вот такие гормонные игры. Я надеюсь, вы, гармонисты, поддержите меня, как это было у нас в первую пандемию. Я вообще не ожидал, что столько народу будет участвовать. Так ребята все соскучились по игре. Ну и интересно было, опять же, наблюдать за тем, что происходит. Я думаю, что в этот раз мы тоже устроим такое шоу. И любители гармонии, они увидят, насколько вы интересные, разнообразные, колоритные мужики и девчонки, конечно, гармонисты. И докажем, что гармония — это не хухры-мухры какое-то там, не вот это вот миси-ми-ми-мини, писи-миси-биси, эйцу-бицу-биси. Давайте на своем примере покажем, что должно быть у нас в культуре на первом месте. Давайте это вытаскивать. Грянем, ребята, гармониями. А? Грянем?